Как это сказал? В это время было много охотников поживиться у нашего бизнеса или от нашего бизнеса. Пытались, заказывали различные статьи в газетах, даже делали огромные многомесячные репортажи на телевидении. Уговаривали там различные структуры нас проверять, силовые. На протяжении нескольких лет эти структуры занимались этим, а потом сказали, что это была большая ошибка, и было потрачено очень много времени, и лучше бы они занимались на самом деле борьбой с коррупцией и преступностью.